Сегодня председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник встретился с трудовым коллективом автосборочного производства «Неман». Напомним, с 2015 года Лидское предприятие входит в структуру Минского завода колесных тягачей. Глава района рассказал работникам о новациях, которые ждут избирателей во время проведения единого дня голосования 25 февраля 2024 года. «Впервые в истории суверенной Беларуси мы будем избирать все ветви законодательной власти – начиная от сельских советов депутатов и заканчивая парламентом страны. Поэтому каждому личанину важно высказать свое мнение, отдать голос в пользу того, кто может и достоин представлять наши интересы в органах законодательной власти. Работники автосборочного производства «Неман» не упустили возможности задать главе района и насущные вопросы. Какие улицы и дворы отремонтируют, как продвигается реконструкция улицы Красноармейской и каким предстанет взору новый путепровод.